руки. Опа, офицерик. Dacă te mai miști odată, еще раз пошевелишься, te împușc. Стреляю. Мыша, на раз, два, три. Ну, здравствуйте, товарищ! Не стреляйте, товарищ! Градки в гору. О! Альта, альта! А этот связанный. Давай, давай, давай. Так, вот, хлопец, слезай. Молодец. Только не пыли. А, иди, иди. Оружие на землю, быстро! Русский? Русский, русский. Мне расстрел грозит, все равно терять нечего. Как зовут? Андрей. Знаешь что, Андрюша, роняй ножичек. Глядишь, еще поживешь. Оружие на землю. Считаю до раз. Раз. А ну на телегу! В сентябре 1941 года Одесса готовится к обороне. Жители города строят на улицах баррикады. Враг у ворот города. Все силы брошены на защиту. Румынские части, действующие на юге Украины в союзе с немецкой армией, захватили водную станцию в деревне Беляевка. Одесса осталась без воды. Заводы и фабрики остановили производство. Еще больше усложнилась обстановка на фронте. Для жителей города вода по карточкам. Командование ставит перед разведкой Одесского оборонительного района задачу – любой ценой захватить водную станцию, чтобы обеспечить водой армию и население. Каник, поди, смотрись. Ну что, Андрюша, отвечаем быстро. За что по трибунал пошел? Невыполнение приказа. Ага. А по детальней? Отказался расстреливать мирное население. Ага. Значит, кружки совести еще остались. Давно воюешь? 3 месяца. Дошел до Киева 2 дня назад, перевели сюда. Ага. Значит, местности ты не знаешь. Плохо, Андрюша, плохо. Ха. А целка ты унтюруфинку в горло кинул. Он бы одной очередью вас всех положил. Ну да, ну да. Так что, из Киева прям сюда? Вас Беляевка интересует? Чего ты взял? Водная станция. И что? Я знаю, как туда попасть. Поехали. Убить меня вы всегда успеете. Аник, вам помочь? Но. Повезло тебе, парень. Одессу увидишь перед смертью. Убирайте с проезда! Ты пилотку-то надень, а то в голову напечет. Да и пускай люди видят, какой ты у нас красивый. Граждане, на сегодня воды уже нет. Все. Хочешь, задницу нарву? Воды дай, у меня бабка помирает. А я шо? Сирота? Иди уже. Иди. Дура румынская. Мой отец, офицер русской армии. Царской. Он из Беляевского гарнизона? Немножко нет. Но он пропел нам песню, что... Пропел? Он что, артист? Ну... Но ножики кидает капитально. Да он учился в румынской академии. Где? Ну, в академии. Пехотной, при генштабе. Так вот они нашу Беляевку, ну, то есть водную станцию, в учебном бою брали. Ну, а ножики-то здесь при чем? Так там и научился, а рядом брал Беляевку. Учебно, так сказать. О. Вы кого мне притащили? В 20-м году он эмигрировал в Румынию. По настоянию отца я поступил в военное училище. Закончил потом служба. Рекомендовали в специальное училище при Академии Генштаба. Закончил 3 семестра, осенью прошлого года. Не части. Что за спецучилище? Я уже рассказывал об этом. Еще раз. Разведка. Готовили против Советского Союза и Германии. Осенью прошлого года, после альянса с Гитлером, меня разжаловали, исключили и отправили на фронт. И опять не части. За что тебя исключили? Неуважительное высказывание против союзнической Германии. И тебя не расстреляли, не посадили? Нет. Я не нарушил присягу и не совершал преступления. Меня не за что было расстреливать. Половина румынских офицеров союз с Германией не считали правильным решением. Вот только не надо дуть мне в уши свою фашистскую пропаганду. Союз с Германией ему не нравится. А что ж ты тогда… Лейтенант! Почему сдались в плен? Я не сдался, меня взяли. За что вас отдали по трибунал? Отказался расстреливать мирное население. Что за учебный захват Белянки? На занятиях по тактике в специальном училище было дано задание захватить и уничтожить насосную станцию в Беляевке, разработать план. Почему именно Беляевка? Одесса – крупный стратегический центр, а питается от одной станции. Ее уничтожение привело бы к хаосу и панике в тылу. Вот только не надо дуть мне в уши. Середа, отставить. Ну и что, разработали план? Да. Получил оценку отлично, я был лучший курсант. Видишь ты как. И за что, как говорят в Одессе, вам дали 5? Не 5, а 10. У нас отлично, это 10 баллов. Редко кому дают, между прочим. Если хотите, я могу повторить схему захвата насосной станции. Зайдите. Плавни у вас подробно прорисованы. Не отвлекайтесь. Через плавни это самый заманчивый путь. Они подходят вплотную к станции, там есть где укрыться. Но если противник не дурак, он это отлично понимает и будет вас ждать. Так что оценка 2. Товарищ майор, вызывали? Вызывал. Продолжайте, продолжайте. Был вариант через выпускные шлюзы и с воздуха. Я предложил пройти через ворота. В советской форме. С хорошим русским языком. Пока дежурный на вахте разберется, даже 5-7 человек хватит, чтобы прорваться. А шо? Подкатываем к тем воротам. И я спрашиваю: ой, дом дал офицер, а то можно мы прогуляемся к Тохибарке? А Аник у нас пойдет за санинструктора. А что я знаю по-румынски? Буна, сера, юта, манумеско, Аник. Я тоже знаю 3 слова. Тихо! Продолжайте, Середа. Зря смеетесь. Да. Несколько ваших объектов именно так и взяли. Тут главная неожиданность. Вот смотрите, я встаю, вы идете на меня, я бью вас локтем в солнечное сплетение. Вас я сбиваю с ног ударом ноги в бедро, а вам я целую руку, делаю обманное движение к окну и выбегаю в открытую дверь. А ну сядь! Ты смотри, Гриша, какой шустрый, а? Шикарно. Только в коридоре с ползвода хлопцев на охране. Но тут главная неожиданность. Извините. Давай. Полегче, лейтенант. Поговори еще. До трибунала мне поговори. Вот одно не пойму. Что ж ты такой веселый не сбежал? Да их пожалел. Они меня, а я их. Угу. Добрый, значит. Ой, да ни к чему тут твои жалости. Я тебе умоляю. Майор Кадзюба сейчас остынет и нас выпустит. Ты, Огонек, губу обратно закатай. Тут трибуналом может выйти. У нас какой приказ был? Привести языка, а мы… Ох, лопухнулся я с тобой, артист. Риба ты моя золотая. Это Забеляев, он в курсе. Ты понял? И что мы имеем теперь на развес? Идеи для контуженных и песня про папу недобитого белогвардейца. Я рассказал все, что знал. Знаешь? А ты знаешь, каким боком может вылезти этот твой побег? Да не гони ты волну, Олежек. Было бы серьезно, подвал бы закрыли. А так? Полудомашний арест. Нет, ну 20 верст тащил, а? Перед Кадзюба расписывал. Что ж тут плохого? Спасли человеческую жизнь. А что надо было? Стрелять он отказался. А сколько это наших положил? Это было… в бою. В бою. Вот и стреляй теперь по клавишам. Композитор. Нравится? Смешно. А я здесь училась. На механическом. Хорошисткой была. Вот мои стихи. Хотите, почитайте. О чем? О товарище Сталине. О любви не пробовали? Нет. Вечерняя заря, под липою стою одну, жду тебя. Счастливы будем мы, артист, задыхаясь в поцелуях, и вдыхаю аромат я твой, и упиваюсь мечтой. Не помнишь ты, помню я, с тревогою я ожидал тебя на берегу пруда, твои очи целовал я. И пленился я навек тобой под серебристой луной. Кроме того, он дал сведения по гарнизону в Каменке и Буциновке и схема блокпостов в Маяках. Все сходится. Все то, что мы и так знаем, а следовательно, можем и проверить. Так точно. И через плавню, значит, тоже идти не советую. Так точно. Так, может, здесь собака зарыта, а, Кадзюба? В плавнях сотни коридоров, за всеми не уследишь. Вот и говорят нам румыны, подсунув этого артиста, мол, не ходите туда. Там волки, а? Не похоже. Он в плен попал случайно. Крутится тут одна идейка. Опять ты за свою. Румыны хитрые, а мы что, лаптем деланные? Ладно. Действуй по своему усмотрению. На свое усмотрение. Не сходится? Сходится, сходится. А почему мы его вместе с разведчиками посадили? Пусть пообщаются. Расстрелять Среда всегда успеем. А если он опять сбежит? Так не сбежал. А мог бы. Почему? Ребят, выпускай его ко мне. Эй, копеечный, а есть тебя навар, артист? Если, конечно, не расстреляют. Так, что здесь происходит? Артист, на выход. А вы получили оружие и свободны. Значит, фашистов вы ненавидите? Да. А воевали против русских? Я воевал против Советов. А есть разница? Если вернешься, снова пойдешь воевать? Если вернусь, пойду под трибунал. Могут просто разжаловать и снова на фронт. Ну вот что, артист. Найди огонька, пусть зайдет. Давай-ка по прямой. А нас ненавидишь? Будешь юлить, точно к стенке поставлю. А так хоть шанс. Ну. По прямой? По прямой. Ненавижу. Кого больше? Нас или их? Ну ладно, будем считать, ответил. Предлагаю. Тренируешь группу. Разрабатываем план захвата станции, через 5 дней проводим операцию. Если все проходит удачно, возвращаемся к этому разговору. Не понял. Все, ты понял. Через плавни идти нельзя, это ясно. В ворота ломиться тоже знаешь. Через 5 дней мы должны быть на станции. Вот и думаю, как тебя этому учили. А других специалистов, Андрюша, у меня просто нет. Понимаешь? Майор Кадзюба, я же не идиот. Значит, согласен? Да или нет? Ну да. Тогда пиши. Надеюсь, по-русски писать не разучился? Пиши, пиши. Я такой-то, такой-то. Согласен помогать Красной Армии в подготовке группы особого назначения. Число, подпись. Написал? Да, держи. Огонек! К майору Кадзюбе. Опять? Я ж в увольнительной. Бегом! И выговор за пререкание. Есть. Ну давай, бежи. Завтра утром начнешь тренировки. Чтобы через 5 дней они умели все, чему тебя учили. По вечерам будешь мне докладывать. Это невозможно за 5 дней. Значит, будешь готовить неделю? Но через неделю мы должны быть на станции. А неделю вы не продержитесь. У вас румыны напрямую порт обстреливают. А откуда ты знаешь? У вас карта открыта. Ну, глазастый. Вот что, Андрюша, ты сейчас пойдешь по городу, смотри на лица людей, просто смотри и думай, сдадим мы наш город твоим румынам или нет. Внимательно смотри. Войдите. Вот с ним и пойдешь. Увольнительную получил? Так точно. Возьми артиста, проведешь по городу. Сегодня он ночует у тебя. Завтра утром в 8:00 обоим быть у здания разведки. От огонька не отходить ни на шаг. Быть все время рядом. Ясно? Товарищ майор. Все вопросы завтра. Середа, не забудь его переодеть. Есть. Не знаю, чем ты майора взял, артист, но я тебе не доверяю. Так чтоб ты знал, если ты побежишь, я стрельну, без предупреждения. И вообще, иди на 2 шага впереди, чтобы я тебя видел. А ну, стоп. Ань, хочешь мороженого? Ты посмотри, какой навал народу. Так это мы сейчас мигом решим. Граждане, девушку на фронт провожаем. Разрешите угостить ее без очереди? Води, фриц. На фронт девушку провожаем. Можно без очереди? Дайте таки мальчику мороженого. Вы не подумайте. Мы с огоньком как брат и сестра. Да я и не думаю. А сам-то чего не на фронте? Так я только с передовой, а завтра уже обратно. Ну разрешите, а? Все не забирайте. Держите, вам всего лишь 3 порции. Давай, держи. Вот, на здоровье. Огромное спасибо. Всем хватит, не волнуйтесь. Давай, удачи. Пусть у тебя все хорошо. Пей. Держи. Не хочу мороженого, не хочу. И пить хочу. Да я не говорю, будь от мамы, як тиган сонцем, а? Держи. Настоящее мороженое. Ты в Одессе, парень, это лучший город во всем свете. Турецкий рефрижератор в мае прибило на ремонт. Ну а там оказалось под завязку мороженого. Вот портовые не торопились. Анна, возьмите. Я в детстве объелся, не люблю. Спасибо. На тебе до кучи. Держи. Спасибо. Иду в расположение. Так мы ж гуляем. Отгулялись. А мороженого тебе многовато. Иди. Ну, пока. А ты что стоишь? Спать пора. Давай вперед меня, чтобы я тебя видел. А то тут твои румыны скоро будут круги нарезать и жизнь людям портить. Давай, дуй. Огромное вам спасибо, удачи, мадам. Сынок. Здрасте. А что случилось? Гришенька, Гриша, там. Что? Твоих привезли. Где? Там, дома. Тетя Соня. Не нашел. Говорят, в лимане утопили. Не разворачивай. Им в затылок стреляли. Я их по родинкам только и узнал. Помню, у Борика тут-то вот пятно такое было. У Любочки крестиком на лопатке. А своих нашел? Нема. Спасибо тебе, Степан. Нога совсем не ходить. Ай. Родители живы? Их чудцо не вырастило. Их и меня. Ну, извини. Да ты ничего, артист. Я уже привыкший. На большую землю их отправил. Думал, так спокойнее. Не доехали. Не успели умыться, команда построится. Вышли в поле, там люди яму большую копают. Несколько семей. Старики, дети. Майор командует, стреляйте. Я спрашиваю, где документы, что за люди. Он орет, у меня портсигар пропал, пьян как свинья. Сам же и потерял его. Несколько десятков людей за паршивый портсигар. Стрельнули. Пока за комендантом ходили, он другой взвод привел, те не спросили. А где было? Под маяками. Не. Моих в другой стороне. Здравствуй. Вставай. Вода есть? Не, только яблоки. Не, я на лицо плеснуть. На лицо плеснуть. Ну давай яблоко. И как? Нормально, как на море. Это как? Тошнит, но улыбаюсь. Товарищ майор, за время вашего отсутствия… Вольно. Ну и разит от тебя. За 2 метра слышно. Когда ж ты успел? У огонька семью убили. Бывает, привыкай. Становись! Быстро, быстро, быстро! Вот бойцы, будешь их тренировать. Верно. Оружие разное. Это плохо. Но что имеем, кто к чему привык. Правильно, если два снайпера с винтовкой, у остальных автоматы одной системы. Подумаем. Товарищ майор, разведгруппа для проведения занятий построена. Вольно. Вольно. Товарищи бойцы, с сегодняшнего дня проводить тренировки с вами будет новый инструктор. Так и обращаться, товарищ инструктор. Он специалист по диверсионной работе, знает противника, можно сказать, изнутри. Ну, за артиста мы уже в курсе. Разрешите я? Давай. Кто перебил старшего по званию? 2 шага вперед. Товарищ артист, я же с большим уважением вырвалась. Не усугубляйте. Что? Положение упор лежа принять. Что? Выполняйте. Отставить. Положение упор лежа принять. Отставить. Положение упор лежа принять. Ну, я уже понял. Рядовой огонек ко мне. Отставить. Стать в строю. Есть. Как прошла ночь? Нормально. Никуда не отлучался? При мне был. Ваш автомат погиб. О чем говорили? Семью мою хоронили. О них и говорили. Ну да. Ты что это за фокусы устраиваешь, а, Кадзюба? Ты что, белины объелся? Румынский офицер разгуливает по Одессе, с ним обсуждают план секретной операции. Это как, Кадзюба? Все не совсем так, товарищ подполковник. Во-первых, артист вышел в город не один, а под присмотром сержанта. Во-вторых, никуда не отлучался. Какой к свиньям под присмотром? Вы же сами сказали действовать по своему усмотрению. Слушай, если бы я знал, что ты будешь так действовать, да он воротничок поправит. А сообщник уже будет знать, где и когда мы наступаем. Условные сигналы. Ты слышал о таких? Нет? Точно так, слышал. Я на это и надеюсь. Я ему дал указание подготовить группу за 5 дней. Какие 5 дней? Сегодня. Сегодня ночью. Правильно. Но если он передаст информацию, то нас будут ждать в Беляевке не ранее, чем через 5 дней. Это как? Двойная игра? Точно так. Пусть трогает свои воротнички, сколько вздумается. Но допустить его к подготовке группы? Ну а что тут такого? Пусть поучит ребят. Чему ему там румыны научили? Парень толковый, хваткий. Кстати, насчет плавень, он, возможно, все-таки прав. Вот. Вот, Кадзюба. Вот это и есть самое страшное. Понимаешь, посеять сомнения, разложить. Вот. Давай доставь мне этого румына сюда, я сам его допрошу. А бойцам всем отдыхать. Им сегодня врага на штык брать. Есть решение идти сегодня на станцию через плавню. Артист, идите к машине. Он не артист, он товарищ инструктор. Разговоры. Садись в машину. У меня просьба. Какая? Анну не берите с собой. Зачем женщина в таком деле? Подумаем. Товарищи бойцы, сегодня ночью вам предстоит выполнить серьезную боевую задачу. Я не имею права раскрывать вам всех деталей, но предупреждаю, задание будет очень ответственное. Ну что встал? Пошли. Садись. Что ж ты, майор? Ты же мне обещал. Что ж ты, майор? Ты же мне обещал. Я свое слово держу. Врешь ты все. С детства не приучен. Посмотри на меня. Мне 40 лет, а все еще майор. Имя, фамилия, дата и место рождения, ну и так далее. Что, легенду свою забыли? Значит, сегодня в Беляевку пойдете? Сегодня ночью? Возможно. Через Плавни пойдете? Возможно, возможно. Угробите группу? Возможно. Только вас это больше не касается. Имя, фамилия, дата и место рождения. сюда, к берегу. Провалена полностью. Группа была уничтожена еще на подходе к станции, ее там ждали. Все было подготовлено самым тщательным образом. Подготовлено и продумано. Но на последнем этапе майор Кадзюба своевольно привлек к операции пленного румына. Думаю, это и сыграло решающую роль. Что за пленный румын? Объясните, майор Кадзюба. Он не румын, он русский. Жил в Румынии, служил в румынской армии, знает ее изнутри. Предупреждал, что идти через Плавню нельзя. Я доложил об этом начальнику контрразведки. Ну ты с больной-то головы-то на здоровую. Ты сам предложил этот план, майор. Майор, вы же знали, что идти нельзя. Почему вы отправили людей? Не поверил. Теперь понимаю, что ошибся. Всплакнула бабка, когда девкой была. Что предлагаете? По нашим данным, внешний периметр станции по-прежнему охраняют румыны. Но саму станцию взяли под контроль немцы. Я думаю, что соваться в Беляевку нет смысла. Они нас ждут, и охрана усилена. Вы что? Вы что, хотите сдать город? Запасы в городе на нуле. Из колодцев черпают уже песок. Разрешите? Мы возьмем Беляевку. Готов ответить головой. А ты и ответишь головой. Перед трибуналом ответишь. Что для этого вам нужно, майор? Разрешение набрать новую группу и привлечь к операции артиста. Кого? Ну, румына этого. Прозвали его так, артист. Других специалистов нет. А этот и у румын учился, и кадровый офицер. Чувствую, надежный парень. Румын и надежный. Он русский. Сын русского офицера. Возьмите лучших разведчиков из бригады Осипова. Учтите, лучших людей отдаю золотой запас. Ну и этого вашего артиста задействуйте. Товарищ майор! Товарищ майор! Из группы кто-нибудь вернулся? Никак нет. Что с головой? Так это, товарищ майор. Партизан запрашивали? Может, все-таки кто-то выжил? Запрашивали. Никого. Ну а с головой-то чего? Товарищ майор, артист сбежал. Как сбежал? Да я к нему в камеру, он мне по голове. И что? И что? Я отключился. Как он из штаба вышел? Да откуда я знаю? Он вообще какой-то странный. Сказал, что идет домой к мертвым детям. И по голове. Мертвым детям? Да. Оставайся здесь. Здрасте, тетя Маргоша. Здрасте, тетя. Здрасте, вы, Анечка. Ой, Анечка. Водичку будете? Я плохо слышу и не вижу. А не видели, Гриша не возвращался? Я знаю, кто-то проходил. Кто-то пошел туда. Софа, дай кружечку. Лейте медленно и побольше. Да, да. Гриш! Гриша! Опа! Аня, ты откуда? А где? Гриша! Его здесь нет. А он что, вернулся? Задание отменили? В штабе сказали, что их всех убили. Я думала, огонек вернулся. Сели в машину, Огонек дает мне листок и говорит: Аник, не в службу, отнеси записку к Адзюбе. Жену его встретил, просила передать. Я спрыгнула, забежала в здание и вдруг себе думаю: у товарища майора жена под бомбежкой погибла. Развернула, листок чистый, а они уже уехали. Андрей, их всех там, понимаете? Понимаю. Аня, это я попросил господина Кадзюбу не брать вас на задание. Они пошли через плавни, а этого делать было нельзя. Почему вы такой умный и сидите здесь, а они там все погибли? Не кричите. Господин Кадзюба, ты здесь весь как на ладони. Мы тебе не товарищи. Что ты здесь делаешь? Майор Кадзюба отпустил меня домой. Сказал, выспись, вечером понадобишься. Мамочка, как жить? Тихо. Чш. Ладно, полежи. Я сейчас. Сережка, где твоя лодка? Тама. Тама. Огонек, давай Леву в лодку. Я прикрываю. Серега, вперед. Помогу. Давай. Давай. Давай, 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 давай. Так. Давай, Гриш, лодку я прикрою. Я сейчас догоню. Это приказ, Гриш, приказ. Бежи. Помоги. Скажи, что на станцию немцы пришли. А ты? И еще скажи обязательно. Артист был прав. Запомнил? Понял. Артист был прав. Студенточка, вечерняя. Эй. Гриша, поем дуэтом. Давай. Пей, не торопись. Мужчина к огоньку не приходил? Девочка прошла. А что? Сидите, сидите. Артист, ты здесь? Аня, не дергайся. Артист, я один. Лейтенант тебя освобождать пришел, а ты его по голове. Нехорошо. Если ты сейчас сбежишь, меня расстреляют. Останешься, поможешь мне в справедливом деле. Будешь жить. Обещаю. Так ты что, сбежал? А я тебе поверила. Мне разрешили взять тебя в группу. Сам командующий разрешил. Сказал, если что, ты, майор, отвечаешь головой. Хорошо с тобой болтать, Андрюша. Не перебиваешь. Винтовку, Ане, верни. А то ведь по трибунал пойдет. Мишань, начальство приехало. Мишань. Командир почти гвардейского взвода разведки 1-го Черноморского полка, старшина Пороховня. Зовут Мишаня. Ребят с ночной операции будить? Нет, не нужно. Что это за звание почти гвардейский? Так гвардии уже есть, а звание пока запаздывает. Старшина, это все ваши люди? Ну не, больше было. Румын настырный пошел. На все про все 9 человек вместе со мной. Я насчитал 6. Где еще 3? Так отправил прогуляться до Беляевки, вечером вернуться. Что значит отправил? Без приказа? Так вроде ж инструктаж был, чтоб скоренько. Наши парни сейчас возьмут глаза в руки, все там прошупают по косточкам. А это что за девочка? Боец Ромашко. Отличный снайпер. У меня свои не косоглазые. Она жила в Беляевке. Отлично знает местность. Тетка до сих пор там живет. Может пригодиться при разведке. Ну, если тетка в Беляевке, тогда сгодится. А это кто? Ваш новый инструктор. Знает румынскую армию, можно сказать, изнутри. Артист, который готовил прежнюю группу. Что ж ты ее так готовил, что ни один не вернулся? Откуда знаете? Товарищ майор, как вас по имени-отчеству? Алексей Степанович, а что? Алексей Степанович, мы с вами на минуточку в Одессе. Инструктор мне не нужен. Ты мне лучше скажи, как на станцию войти. А потом ответь. Вот я вошел. Я ж туда не прогуляться вошел, не фрейликс бацать. Там же шлюзы, насосы, затворы, другие досадные мелочи. Кто это все запустит? Мне сказали, у вас во взводе есть механик? Есть. Я сам механик. 7 лет ходил на Кларе Цеткин. Еще та калоша. Могу любую железяку заставить покрутиться. Но кто мне время даст? Или фашист будет смотреть там, как я буду разбираться? Думай, Алексей Степанович. Девочку беру, а артист свободен. Что вы себе позволяете, старшина? Здравия желаю. Здравствуйте. Предъявите ваш пропуск. Вы знаете, не в этот раз. Я предупреждал Мишаню, что понадобится. Он не выписал. Товарищ командир, это для разведчиков. А это еще что такое? А это Яша. Яша Шмаков. Какой еще Яша? Интендант 3-го ранга. Яша Шмаков. Я же вам пояснил. Тут для разведчиков все. Одежда, оружие. Да вы что? Какой вам пропуск? Это вам что, не пропуск? Говорят, артист дал мысль прикинуться фашистом. А что, цикавая идея. Вот я же и притаранил бэбихи из нашего запаса. Андрей! Да ты не дергайся, артист. Это я так, для форсу. Сейчас с майором поторгуемся, покажешь, что умеешь. Не боишься так, со старшим по званию? Как зовут? Андрей. Андрюш, у меня Одесса плачет за спиной. Где мне еще бояться? Автоматов 10 штук. Миша, солнышко, уже дыры. Вы что, везли их без охраны? Товарищ майор, солнышко, ну что вы? Так, автоматы вижу, а где патроны к ним? Будут, но не сразу. Что значит, ну не сразу? Я аккуратно написал все список, дал зубы. А ты мне, ну не сразу? Мишаня, солнышко. Ну я же не торсин. Я даже кефа лежит, что отдыхающий ровно дышит. Вот тот список, что ты написал. Вот. Я же расстарался аж с разбега. Но тут есть такие строки. Что ж зуб качается? Где я возьму половину с того? Так, Яша, я тебе сейчас не узнаю. Мишаня, солнышко, я же даже не майор, я обыкновенный интендант, и то 3-го ранга. Ну что? Так дай той список Алексею Степановичу, угу. Товарищ майор. Ну раз надо, значит надо. Даю. Три ящика, гвозди, сотка. Зачем вам гвозди? Яша, Зачем тут гвозди? Объясни. Товарищ мой, солнышко, нужны гвозди, я поменяю на патроны для вот этого несчастья. Бо наш патрон они не кушают. Так, понятно. Угу. Сколько вам нужно патронов? По 10 рожков на каждый агрегат. Дальше. Ведра оцинкованные. 15 штук. Яша. Товарищ майор, солнышко, я уже все пояснил. Можно вас на секундочку разрешите? Понимаю. Товарищ майор, все равно нужны. Боря уже ждет, он все знает. Он пригоняет машину, люди приходят. Нужна немецкая форма, а не румынская. Хорошо, надо так надо, хорошо. Ты мне будешь объяснять. Где Бэбик из Гансов? Это тоже надо. Ну, понятно, понятно. На пилотке 10 штук. Вот это? А это что? Что? Апельсины? Апельсины. Зачем вам апельсины? Ресторан, что ли, открываете? Товарищ майор, солнышко. Я вам не солнышко! Я знаю. Понимаете, нынче немецкий сапог, он в дефиците. А я ему отдам вот те апельсины, так ему не подавлюсь. Зато они нам дадут сапог хоть от самого Гитлера с его кодлой. Ну поймите правильно, все будет хорошо. Убери его от меня! Убери его от меня! Не подписал. Костя с Костецкой же. Есть такая улица на Молдаванке. Чего тебе такое счастье? Ведь в нашем взводе лишь отборный контингент. Петро Заяц, моторист, на сухогрузе ручку за место дизеля крутил. Здоровый парень, но с придурью. Стукает фашисты исключительно насмерть. Слушай, мы говорим ему: Петро, оставь парочку, фашист же уже заканчивается. Не слышит, все стукает и стукает. Василь Куштан, Ромала и Циркач, вока. Хочешь по канату, хочешь по минному полю, пройдет. Ножики мечет, как икру, но стоит лошадь увидеть, все, пропал человек. Алик, природный немец, из немецких поселений. Радист, снайпер, в общем, такое. Ой, что вы будете морочить себе голову? Поставьте резолюцию тут в уголочке, я же все достанет. У вас дел аж по ватерлинии. Если что, пойдете по трибунал. Да я туда ходюшу на работу. Угу. Благодарствую. Яша Бэбихи достанет, на то он и Яша. Но упрямо чешется вопрос за тех механиков со станции. Надо же искать. Послушайте, старшина. Немцы вывезли всех работников станции в Яссы. Всех. Включая уборщиков и завхоза. Так может, кто в отпуске был? К теще поехал. Или уволился заранее. Искали. Никого. Так поищите еще. Алексей Степанович. Товарищ майор, не забывайте, старшина. Товарищ майор. Поищем, поищем. Всех поищем. Золотой запас. Поехали. А тельняшки здесь зачем? Так мы ж моряки. По приказу главнокомандующего разрешено носить и расстегивать до второй пуговицы. Не понял. Так мы ж до румына пойдем. Они в немецкой форме не сильно шарят. Да вы что, глупость какая-то? Не глупость, Андрюша. Это морская душа. Она всегда должна быть на разведчике. Вы сошли с ума! Это анархия какая-то. Ой, посмеяться у тебя, Андрюша, туго. Тут нет больных на голову. Перейдем через линию, застегнем под горло. Давай, не вешай паузу. Товарищ инструктор, разрешите встать в строй? Остановитесь. Ой, мамочка ж моя. Где ж столько счастья разливает в одни руки? Так, зажать язык зубами. Это наш товарищ Аня. Меня все зовут Аник. Вот опять же, Аник. Ну что там у тебя? Давай. Первое задание. За холмом стоит часовой. Пойдете попарно. Отставить. Это мы тогда вечера будем ползать, Андрюша. Ну-ка, хлопцы, давайте за бугорок и обратно сюда, и чтобы ни одна собака вас не видела. Налево! Бегом, марш! Вы нарушаете субординацию, старшина. Угу. Девочка твоя? Нет. О, то и доброе. Пошли. Да ты не смотри, все равно не увидишь. 2 месяца уже воюем. Кто плохо ползал, уже не ползает. Хэндехо, граждане фашисты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гриша. Гришка. Гришка. Гриш, Гришка, Гришка. Здорово, артист. Если б не ты, порезали б нас сходу. А так хоть китель намяли гадом. Ну шо, с дорогой душой бери меня обратно. Я здесь за главного. И я решаю, кто туда, а кто обратно. Ты как нарисовался, парень? Я Гриша Огонек. Слыхал такого? Ну, трохи слышал. Шо с того? Я сюда по-тихому. Меж вохровцев. И шо с того? Один из группы в живых остался. Фашиста грызть могу. Шо ж ты не загрыз, когда там прохлаждался? Беру слово обратно. Дунул сгоряча. Знаешь мне, куда твое слово? Огонек, вот только чтоб ты знал, я вырос в самом нежном сердце молдаванки, на госпитальной. Этих дел я не люблю. Я извинился. Я принял. Вот то и добро. Ну шо, пойти красноперым задницу надрать, что они так за нами смотрят? О, Олежка приехал. Олежа Губы. Киномехаником работал. Лучший минер за всю Одессу. А где 3/4 и Сема Тихий? 3/4 я в больничку отвез. А Сему мы там похоронили. И как все закрутилось? 3/4 на мине подорвался. Контузило его и кисть снесло. Вон я взял, румын, телегу довести его. Остановились у колодца, воды для вас набрать. Набрали ведь уже. Сема взял бидон на грудь, поставил на телегу, а там эти козлы на мотоциклетах. Ну и посекли Сему из пулемета. И что с этими козлами? Ребята, а можно у вас водичкой разжиться? С кровью будешь? Извиняйте, ребята. Занять исходное положение перед противником. Противник наносит удар ногой в пах. Правой ногой уходим с линии атаки, левая рука захватывает ногу противника. Правая рука перехватывает ногу противника, левая рука защищает голову. Толчок, опрокидывание противника на землю. Исходное положение перед противником. Делай раз, делай потанцуем. 2, делай 3. Что ой, происходит? Стать строй. Между слов, за Аню можно и в больничку схлопотать. Мяу! Прямо от страха штаны промочил. Я предупредил. Кость, не они волну, ну. Иди постреляй. Прекратить бардак, стать в строй. Продолжаем танго. Опережающий удар в шею. Опа! Оп! Оп! Поехали! Опа! Ну, опа, давай! 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 Боец Ромашко, выполняю упражнение по стрельбе из карабина Маузера К-98. Ну так и продолжайте. Боец Ромашко стрельбу окончил. А с правой? С правой похуже. Майор сказал, что ты из Беляевки? Да, у меня там тетка проживает. Я могу вернуться к ней. Товарищ майор сказал, подумает. А что же он не подумал, когда хлопцев первый раз туда отправлял? Я предлагала, но Гриша ни в какую. И шо, он прямо Гриша и дальше некуда? Он мой друг. Детство. А мне сдалось, что артист тебе тоже ничего. А это не ваше дело. Согласен. Значит, вернуться к тетке. И что ты там надыбаешь? Посты, распорядок караулов, схему заграждений. Я знаю как. Они на женщину не подумают. Так может, ты одна и на станцию войдешь? Хорошо. Тихий алфавит, знаешь? Это что такое? Вот сразу видно. Не росла ты, девочка, на молдаванке. Морской язык, когда не надо шум. Смотри. Все хорошо. На том посту 3 автомата, 2 офицера. Это не тихий алфавит. Это кричать на всю округу. Жесты должны быть мелкие. Естественные. А ну дай. 2 самых главных. У меня все в порядке, помощи не требуется. И наоборот, помоги срочно. В первом случае ты увидел мою ладонь, во втором кулак. Насчет военной техники. Бедро, автоматы, живот, пулеметы, грудь, пушка, голова, танк. Еще раз, не поняла. Смачно. Ну давай, покажи. 5 автоматчиков. Пальцы врозь. Вот так. Иначе никто не увидит. Боже ж спека. Слышь, Мишань, а где же записано, что мы скупнуться не можем? Давай! Раз, два, три! Так, да ладно, хватит уже! Шах. Мат. Ну ладно. Ну, Гриша. Может, жесты повторим? Ну, давай. Самый главный. У меня все в порядке. Короче, смотри. Ну, почти. А ты женат? Там. Нет. Ни там, ни здесь, нигде. Почему? Да как-то кутерьма все. Всю жизнь на чемоданах. Отец думал, что мы домой, в Россию приедем. Когда большевики загнутся, пока и сам не помер. Артист! Слышал, ты с утра в бега подался. С чего вдруг? Гриш, не мешай. Слышишь, и в квартиру ко мне заполз, как змея. Ко мне лейтенант пришел. Говорит, на выход, а сам за кобуру держится. Но я и подумал, что он, как это у вас, в расход поведет. Да не поведут, опустят. У нас просто так в расход не пускают. Да что ты. Олег, вот это что такое? Идите. Где остальные? Таки домой отпустили. Вы же сами сказали, что сбор 17:00. 25 минут. С кем мы разжились, откуда? Олег, объясни. Ну, в общем, мы тут с ребятами в разведку слазили. Слазили? Ой, пороховня, плачет по вам голплахта, горькими слезами. Яша, все. Ты что такое лимонный? Был у моих. А то. Достал, что я просил. Отдал. Мишаня, ну что это за вопрос? Что Нина? Нина сказала, за то, что он герой, так я не сомневаюсь. Но хвост свой кобелиный, говорит, пусть он у меня больше не показывает. Такое. Ах, Нина, Ниночка. Дойду до Берлина, вернусь. Или пустишь, или приколю как бабочку. Нашли мы вам механика с водной станции, старшина. Еще как нашли. Не хотел вот нам, товарищ Шмаков, рассказывать про своего брата, а зря. Какой брат? Так, сына другого папы. Яша, шо? У тебя есть брат? Сводный. Григор Муница. 7 лет работал на станции, в прошлом году его уволили. Поселился в Плавнях, недалеко от Беляевки. Там про него и забыли. Яша, я всю дорогу думал, что ты еврей. Мишаня, наполовину. И я тебе скажу, не на лучшую половину. Мой папаша бросил мою маму, когда мне было еще 2 годика. Я даже не успел ему плюнуть в нос. Шмаков, про папу после. Хорошо. Мы связались с партизанами, они нашли этого Григора, объяснили так и так. А он их выставил. Что значит выставил? На гроши? Нет, выкинул из хаты и достал ружье. Яша, что? Я не понял, твой брат любит фашиста? Мишань, солнышко, какого фашиста? Кого он любит? Он любит разве что борщ и картоплю на сале. А не любит страшно, когда его беспокоят. Папаша Григора, мой отчим, он же был молдаван. А ты знаешь этих молдаван? Если упросто, ты его не сдвинешь с места. Товарищу Шмакову было предложено пойти и уговорить брата. Ну? Так вот, товарищ Шмаков, перед вашими товарищами скажите, вы не хотите идти? Нет, но если вам надо больше моего, я не возражаю, идите в живые. Оно мне надо. Ша, положим тебя в грузовик под лавку и будешь ехать тихо и молча, будто это даже и не ты. Кстати, Яша, шо? Нужен немецкий грузовик с немецкими же номерами. Здрасте. Интересное мне дело. И где же я возьму этот грузовик? Мы тут прикинули. Пешком до Беляевки идти нельзя. Пройдем между Лиманами к Румынам километров 40. Пешком скучно, на машине самый раз. Идея хорошая, только где же он вам достанет грузовик? Не, если что, можно и подумать. Подумайте, Шмаков, подумайте. Но! Если для этого нужны апельсины, гвозди, ведра, я достану. Хорошо. Гриш, все собрались? Молодцы. Теперь, как у вас говорят, слушайте сюда. Есть план, предложенный артистом. Идти через ворота. А что, ключ есть? Главный вопрос, как подобраться. Основные ворота охраняют румыны, непосредственно саму станцию немцы. Ну и кто нас туда пустит? Вот. В Беляевке должен быть свой человек. Анна без второго слова приглядит, и если надо, огнем поддержит. Анна здесь не поможет. Вам поможет румынский офицер. Документы есть, документы настоящие. Вопрос только, можно ли доверять этому румынскому офицеру? Если я в нем ошибся, вы все поляжете. Разрешите. Он парень иностранный, это да. Но я с чего-то ему верю. Я за. Там и не против. Андрюш. Слышь, артист, не знаю, как там у вас положено, но когда пойдешь за линию фронта, скажи: Одесса, я вернусь. Помогай. Beleiwka. Poți să trec, da? Beleiwka. Aveți dreptate, domnule locotenent. Ну шо? Да вроде похоже. Морды только у них не фашистские, без лоску. Вот тебе жизнь замостила, а? Слышишь? Жаль, немец этой красоты не увидит. А в принципе, так ему и надо, подлюки. Кореша попросил вот здесь наколоть смерть фашистам. И шо? Не успел. Сгубили корешка. Пришлось бы тогда тебя бинтовать по самые уши. А если кто спросит, где я так уделался? И что мне сказать? Скажешь, что это не его фашистское дело, но скажешь исключительно молча. Папира. Документы. Ваши документы. Что здесь? Иди сюда. Молоко, господин офицер. Молоко. Куда едете? А это что? Milch? Молоко? Milch? Молоко? Лапте, лапте. Циап. Хорошо, езжайте. Вы видели, господин лейтенант? Нечистая сила принесла этих немцев. Вы видели этого еврея? Наверняка это они его повесили. Они наши союзники. Ваша правда, господин лейтенант. И что, везде тогда осматривают? Везде, будь они неладны. Прекратите. Нам стоит у них поучиться. Ваша правда, господин лейтенант. Стой! Стой! Я вам приказываю, проезжайте. Я лейтенант румынской армии. Вам нужна помощь? Мотор заглох. Есть у вас трос? Хай Гитлер, господин капитан. Лейтенант Никулеску, 35-я резервная дивизия. Покажите ваши документы. Куда вы едете? В Беляевку, господин капитан. Есть у вас трос, господин лейтенант? Спросите у моего водителя. Извините за формальности. Капитан Кёпке, вы хорошо говорите по-немецки. Я хотел учиться в Берлинской инженерной академии. Что же вам помешало? Война, господин капитан. Зовите меня Карл. Петру Никулеску. Куда вы направляетесь? На водную станцию. Господин лейтенант, что хочет от меня этот немец? Он хочет, чтобы ты дал ему трос. И побыстрее, мы спешим. Станция в районе Беляевки. Знаете, лейтенант, чего только на войне не бывает. Я уже ничему не удивляюсь. Кажется, мы приехали. Я тут двух офицеров привез. Можно проехать? Документы, господа офицеры. Куда направляетесь, господин лейтенант? В Беляевку. Счастливого пути. Спасибо, Петру. Извините, Петру. Если хотите, я могу написать благодарность вашему командованию. Спасибо, не стоит благодарности. Я ваш должник. Лейтенант Никулеску прибыл для прохождения службы. Господин начальник гарнизона сейчас отсутствует. Вам следует представиться майору Виссеру. Больно не будет, но придется потерпеть. Vino das Vintage. Отличный стрелок. Вы можете стрелять, попадать в цель. Я был лучший стрелок в полку, господин майор. Да, румыны всегда лучшие. А это что? Там написано, что я хороший товарищ, господин майор. Говорите по-немецки? Так точно, господин майор. Садитесь. С чего вы взяли, что вы хороший товарищ? Кто ваш командир полка? Полковник. Sie haben den Namen Ihres Kommandeurs vergessen. Вы забыли имя вашего командира? Nein. Нет. Командир полка полковник Димитреску. Никулеску. Думитреску. Как вы сами не путаетесь? Не понял, господин майор. Вы что, были в запое? Почему вы так думаете? У вас рассеянный взгляд. И ногти грязные. Но мундир чистый. Или вы вообще не пьете? Это зависит от ситуации, господин майор. Послушайте, Никулеску. Где вы остановились? Еще нигде, господин майор. Вы говорите по-немецки, это уже кое-что. Пойдемте, Петр. Петру, господин майор. Ну ладно, Петру. Это здесь. Вот Петр. Это ваша комната. Здравствуйте. Лейтенант будет здесь жить. Давай, быстро. Здесь я живу. Und das ist mein Wohnzimmer. Setzen Sie sich. Давай. Dann also, Leutnant Никулеску. Ну что, лейтенант Никулеску? Auf unsere Bekanntschaft. За знакомство. Одну минуту, господин майор. Я бы хотел умыться с дороги. Спасибо вам. Найдешь дом своей тетки? Да, конечно, найду. Ничего же не изменилось. А может, таки мы проведем тебя? Да нет, спасибо. Я сама. До свидания. Ну, давай. Машка, привет. Вот, возьмите. Есть человек на пару интересных слов. Разрешите? Прошу. Вот. Пойдемте на территорию, поговорим. Да не, лучше и здесь, а на свежем воздухе. Я же сказал, что хорошим людям понадобился немецкий грузовик на ту сторону. Вы кто? Вор. Как вор? Шмаков! Я. Машина будет стоять там, где вы скажете. Полный бак бензина и шофер не дурак. Шофер нам не нужен. Ну, значит, он пешком прогуляется. Да я в Одессе известный человек. На уважении. Я его знаю. Ты же с Калантайской. Угу. А ты на Кларе Цеткин ходил. Портрет знакомый. Отойдите, старшина. Предлагаете нам помощь, так? Нет. Я помогаю Яше, он попросил. Это лирика. Что хотите, так сказать, взамен? Чтоб вы Одессу не сдавали. Не сдадим. А ты добре. Рисуйте на карте место и время. Шмаков. Я бы вас расстрелял. Поставил вот здесь у стенки и расстрелял бы. Ну так возьмите и расстреляйте, для примеру. Тогда вам будет и грузовик, и Яша у стенки, а чего нет? Пойдемте со мной. Ну раз надо, так надо. Мишань, глянь сюда. Тут есть на что посмотреть. А? Смерть фашистским оккупантам. Снайпер Аник. Бесстрашная комсомолка. Ты посмотри на этот портрет. Что, не похоже? Уничтожила 26 фашистских... Откуда это у вас? Да на румынов бросили, а до нас ветром занесло. Как бросили? Самолетами. Кто приказал? Майор Кадзюба. Агитотдел фронта, срочно. Яша, там шо? Часом за нашу операцию не прописали? Ты глянь детальнее, эти ж могут. Кто приказал сбрасывать? Агит-листок! Я же сказал вам, Беляевка не сбрасывать! Под трибунал пойдете! Ну никак не терпится споймать лишай поверх геморроя. Сказано спаливать, значит спаливай. Грицюк, возьми сына, пройдись по хатам. Кто поднял всех комендатуру? Это ж я ее видел. Посмотрите, Степан. Я тебе посмотрю, я тебе так посмотрю. Сказано спаливать, значит спаливай, не дай бог сам поднимешь. Нехай батя спаливает. Ты меня понял? Так иди! Ты меня уважаешь? Я вас уважаю. Но я пропущу. Карл! Ходите, Карл. Этот Петер меня обманул. Он никакой не хороший товарищ. Он не хочет со мной пить. Добрый вечер, Карл. Как вы здесь оказались, Петер? Я здесь живу. Майор Виссер меня любезно пригласил. Он меня обманул. Нет. Он меня обманул. Я стараюсь как могу. Но мне нужно прогуляться, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Сидите, Петру. Нордланд Николаску. Пада! Господин майор. Петру! Господин майор. Николаску! За стол, Николеску. Я приказываю. Николаску! За стол, Николеску. Господин майор, вы не можете показаться на улице в таком виде. Вам нужно прилечь. Какого черта? Что вам надо? Я лучше зайду вечером. Нет, говорите сейчас. Завтра я продолжаю минирование водной станции. Мне нужен сопровождающий румынский офицер. Господин майор, я его сейчас приведу. А вы не выходите. Что смотрим? Подъем. Давайте отсюда. Чертовы румыны. Андрей? Ку-ку. Ты же пьяный. А у нас первое свидание. Господи, ты зачем так напился? Я так хотел тебя увидеть. Андрюш, ты что-нибудь узнал? Я, да, узнал. Все плохо. Что ты узнал? Соберись. Что плохо? Завтра ребята придут. Что я им скажу? Насосную станцию охраняют немцы. Румыны сдают только по внешнему периметру. Пробую искать подход. Что еще? Познакомился с немцем. Он минирует станцию. Может, узнаю схему минирования. Андрюш, у нас мало времени. Я знаю. Я вот тебя увидел. И... Что? Ты такая красивая. Андрюш, ты что? Ты что? Ой, зачем все это? Я просто хочу быть с тобой. Просто с тобой. Давай уедем, а? Во Францию. У меня есть домик во Франции. Ах ты, дезертир! Сволочь! А что с Одиссой будет? Что с ребятами будет? Also deswegen haben Sie sich so beeilt. Вот куда вы так торопились. Я вижу, вы времени зря не теряете. А вы все испортили. Извините. Я же не знал, куда вы исчезли. Нас постоянно предупреждают об угрозе партизанского нападения. А где майор Виссер? Петру! Николаску! Николаску! Думитреску! Николеску, где ты, сукин сын? Вот что, унтер-офицер Мишаня, давайте-ка повторим задачу. Вот тут берем машинку, прорываемся между лиманами. Если прорваться не удастся. Тогда закапываем румына прям тут. Все равно прорываемся, ховаемся вот тут, в плавнях. До вечера ждем сигнала от артиста, тем временем приводим патриотическое чувство брата Яши. Как-то так. Да вы не труситесь. Не труситесь, товарищ майор. Это первый раз умирать страшно, а потом привыкаешь. Помирать можно привыкнуть, а вот ждать, строиться. Стройся! Равняйся! Смирно! Вольно. Долго говорить не буду. Одесса на вас надеется, вы это знаете. И вот, что я вам еще хотел сказать. Через 2 недели Ставка пришлет в Одессу подкрепление. 2 недели, а воды нет. Если вы дадите воду хотя бы на 3 часа, я понимаю, это много, но хотя бы 3 часа. Вы выстоите, и Одесса выстоит. А потом погоним их до Берлина, чтоб не останавливались. Так и шо? Мы как дела закончим? Так нам в сторону Берлина, да? Точно так. Командуйте. Одесса, я вернусь. 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 Дядя Ешта. Фу, ты чуть штаны не промочил. Давай отзыв, холомитник. И вам не хворать. Крабки не поломай. А ну-ка, стой тихо и на месте. Свободен. Спасибо. Вставайте, Петру. Побыстрее. Что? Я думаю, вам станет лучше, если мы прогуляемся. А где здесь гуляют? Вставайте, я вам покажу. Садитесь в машину. Утром приехал следователь. Куда мы едем? Я должен доложить командованию. Успокойтесь. Я вас не похищаю. Нам нужно проехать на водную станцию. Мне нужен румынский сопровождающий. Я выбрал вас. Что там за девушка была вчера? Девушка? Не помню. Я помню выстрелы. Кто стрелял? Майор Виссер. И не только стрелял. Он при этом еще ударил румынского солдата. Вы не видели офицера полевой жандармерии в штабе? Капитана Вёрфеля. Встречи с ним вам не избежать. Но, по крайней мере, вы придете в себя. Спасибо, Карл. Вы меня спасли. Я не люблю оставаться в долгу. Вы минируете шлюзы? Зачем? На случай внезапного прорыва русских. Карл, научите меня минировать. Иначе я тут подохну со скуки. Не смогу, к сожалению. Вечером я уезжаю и, скорее всего, не вернусь. А что, вас посылают на фронт? Я думаю, нет. Я минирую только особые объекты. Раньше строил, теперь минирую. Гутен морген, камарады! Ауфидерзейн, камерады! Господин офицер. Лапте! Молоко. Думнул офицер. Немец минер уезжает. Вечером надо брать. Свежие. Анна! Анна, ты б молочком меня угостила? Два лея. Во как! А все мне так дают. Так нечестно, товарищ участковый. Товарищи уже кончились, Анечка. Зови меня просто дядя Степан. Ты лицо замазала. Господин майор, лейтенант Никулеску по вашему приказанию прибыл. Вас прекрасно характеризуют. А вы в первый же день устраиваете пьянку. Да еще с немецким офицером. Виноват. Надо знать, с кем пить. Я не был слишком пьян, но не уследил за майором Виссером. Следователь запросил в штабе армии ваше личное дело. Вы понимаете, чем вам это грозит? Так точно. Судом офицерской чести. Это в лучшем случае. Я не могу вас пока допустить к штабной работе. Понимаю. Готов нести караульную службу. Ознакомьтесь с расположением постов. Будете проверять их каждые 2 часа. Заступите в полночь. Разрешите заступить с вечера. Мне нужно время привести себя в порядок. Только не приводите себя в порядок вместе с майором Виссером. Слушаюсь. Увидел Аника? Тебя увидел. Что вы прохлаждаетесь? Дед в игре. Он дома. Ригор, солнышко, свои! Слышишь? На голос пуляет. Так обойти его. Тут дорожка одна. Не зря же мы целый час уже прохлаждаемся. Так и шо? Он сейчас полчаса пошмаляет, приедут румыны с интересом. Яша, ты что разлегся? Это твой брат или чей? Если хочешь, возьми его себе. Тихо, Ша. Звук чуешь? Дробом шмаляет. Значит, в зарядке 2 патрона. Я его сейчас шугану, а ты со 2-го выстрела побежишь к Ебаре. Яша, ты тоже. Вперед. Он же выдумщик, а? Оставь ее себе. У нас своих хватает. Это кто? Кто-кто? Я. Рыгер, солнышко, кто за последние 30 лет тебя еще так ласково называл? Ты вспомни. Мама. Мама в Одессе, Рыгер. А ты кто? Я... Ну, Яша, брат. Я Яша, брат твой. Не помню. Не помню? Здрасте. Когда ты ласково меня обзывал, не помню. А на бахче, помнишь, дядя Михась тебе стрелял солью и таки попал. Так я ж тебе на самом себе до самого ставка тянул, ты вспомни. Да вспомнил, вспомнил. Подзатыльника мне дал. Так это потом. А так и рыбонька, и солнышко, угу. И Рыгорчик даже. А что ты с этими? Так вот если воды нет, так надо ж дать. Здесь воды полно, мне хватает. Здесь полно. А там люди помирают по полкружки воды в день. И то не всем. Мне хватает. Там наша мама, Рыгор. Наша с тобой мама. И что, ты не мог ей воды принять? Я приношу. Она отдает соседям. Ты же знаешь нашу маму, Рыгор. Я знаю, знаю. Так что, договорились? Думать буду. Ну так ты думай. Не торопись. А мы пока зайдем. Хорошо? Ладно? Ты говоришь, войдем на станцию. Ну, ты-то войдешь в германском кителе, а я как? Да это мы решим, Рыгор, не думай. Не думай. Ты говоришь, там все подходы заминированы. Ну, как взлетим. Решим, не думай. Не думай, не думай. Ну, хорошо. Пошли на станцию, завел я вам машину. А дальше куда? Я как выйду? Так я же рассказывал. Заведешь машину, откроются шлюзы, через шлюзы уйдешь. Плавать умеешь? Я умею. Ну? А Яша нет. Так Яша с нами не пойдет. Яша плавает как топор, так и что я маме скажу? Яша останется здесь. Его до Одессы доведут, ты не думай. Я без Яши не поеду. Да он там ненужный человек. Чему это геморрой? Яша поедет со мной. Рыгор, ты кушай, а? Мы сами сручим, хорошо? Ну что, господа, немцы-прихлебатели, опять прибежала Аник. Наклевывается работа. И кто здесь у нас, немцы? Гринь, ты кушай, не думай. Ужинать будете? Ну, он залег. Ну, как хотите. Я уезжаю. Русские пытались прорваться в нашем направлении. Их отбросили к Одессе. Так что, возможно, мы скоро будем там. Вы должны меня сопроводить. Но я скоро заступаю на дежурство. Мне положен сопровождающий в зоне румынских частей. Комендант отпустил вас до 22 часов. Обратно вернетесь с ними. Что там за унтер-офицер? Откуда он взялся? Странный он. Небритый и воротник расстегнут. Guten Abend. Uns interessiert das Wasserwerk. Нас интересует водная станция. Werden Sie mich erschießen? Меня расстреляют. Карл, ты сам откуда? Карл, woher kommst du denn? Aus Hamburg. Из Гамбурга. Бывал. Тоже портовый город, как Одесса. Auch eine Hafenstadt, wie Odessa. Но только Одесса лучше. Aber Odessa ist besser. Тут у нас живут точно такие же хорошие, добрые люди, как у вас. Bei uns wohnen genauso gute Leute wie bei euch. Только они умирают от жажды. Nur dass sie vor Durst sterben. Werden Sie mich foltern? Меня будут пытать? Карл, Sie werden nicht erschossen. Вас не расстреляют. Das verspreche ich. Я вам обещаю. Mein Wort, Karl. Вы до этого работали на Восточном фронте? И на Восточном, и на Западном фронте. Вот поэтому вас и не расстреляют. Нарисуйте нам схему. И после этого вас доставят в Одессу. Можно? Это машинный зал. Это бункер. На глубине 1,5 метра идет кабель. В машинном зале 200 килограмм тротила. Аник, да я же вижу, как ты смотришь на артиста. Как я смотрю? Я не фраер, чтобы канать на жалость. Я без второго слова отойду. Гриш, ну что ты как босяк? Канать, не фраер. А так и отойду, причем красиво. Но ты так и скажи. Огонек. Тебе не обломилось, отойди. Я, конечно, дико извиняюсь. Ну что ты до нее пристал, как репей до юбки? Смотрит, не смотрит. Фриз кругом. Куда ей смотреть, а? Яша, скажи, ты плавать умеешь? Не, не умею, а что? Так иди учись. Я, конечно, дико извиняюсь. В машинном зале 200 килограмм тротила. Едва дотронетесь до заграждения, все взорвется. Я ненавижу войну. Я хочу жить. Я готов вам помочь, но это невозможно. Как только мы устроим у ворот Еволт, они сразу взорвут к хорошему моменту станцию, и можно идти по домам. Ты не дослушал. Сегодня на посту дежурю я. Удача. В 12 часов я буду на посту. Ровно через 10 минут подъезжайте вы. Едете спокойно, уверенно, с ветерком. Ну хорошо. А документы? Я лично проверю документы и пропущу. Дальше только немцы на станции. Хорошо рисуешь. А если ты не подойдешь вовремя на КПП, поди знай. Что я им имею предъявить? Свой партбилет? Я подам сигнал. Буду следить за выходом из штаба. Если артист даст знак «все чисто», залезу на крышу сарая и подам сигнал свечой. Тебе нельзя в Беляевку. Тебя арестуют на первом шагу. Тетка сказала, что ночью на посту только румыны стоят, а полицай на улицу. И носа не кажут. Боятся. Ну, наверное, я ж помню. Данке, Карл. Спасибо, Карл. Ребята доставят вас в город. Не держите зла. Счастливо, Петру. Мишань, ну как? Через час выступаем. Нужно дождаться Алика и Василя. Тогда успею ремень подтянуть. Немецкий сволочь, а запущен, что мама дорогая. А шо ж ты свой-то не взял? Ну, тяжело в учении, легко в гробу. Гуляй, артист. Ударь меня разок-другой, чтобы вид был соответствующий. С хорошим удовольствием. Нет, по лицу давай. Ну, давай. Сейчас он ему засимофорит, Дэню. Не, я так не могу. Сволочь комиссарская. Кисло, Андрюша, не убедил? Ну, тогда за Аню. Парни, вам что, фашиста мало? Так ему для понту. Шон от таких, как я, 7 отбился. Но для своих, румен. А, или помочь? Неплохо получилось. Ну, давай еще раз. А теперь за что? За Одессу. Со всей любовью. Пожалуй, хватит. А теперь за Сталина. Андрей, подвези меня до деревни. Садись. Давай я тебя провожу. Не надо. Григор, что ты встал? Без Яши не поеду. Будет тебе Яша, немного погодя. Без Яши не поеду. Яша, солнышко, давай в машину. Вот ты ж вобла вялена, а? Бычок ты сушеный. Как тебя не разорвало в утробе нашей мамы, я не знаю. Будешь ругаться, Яша, не поеду. Григор, солнышко, сядь уже в машину. Уже сядь в машину. Уже глаза мои тебя не видели. Вот трижды молдаван. Прости, Господи, прости, мамочка. Ну надо ж такое, а? В машину. Где это случилось? В 20 километрах севернее Беляевки. А капитан Кёпке, кажется, тоже вырвался. Если вы дадите мне взвод солдат, я могу вернуться и проверить. Вы с ума сошли. Дождемся утра. Вам здорово досталось. Хотите, чтобы я снял вас с дежурства? Ни в коем случае, господин майор. Как говорят те же русские, злее буду. Они так говорят. Хорошая поговорка. Надо запомнить. Напишите рапорт о происшествии и заступайте на дежурство. Без 3:15 прибудут 2 взвода немцев. Пропустите их на станцию. Слушаюсь, господин майор. Лейтенант Никулеску. Так точно, господин капитан. Капитан полевой жандармерии Вёрфель. Я приехал, чтобы расследовать вашу вчерашнюю пьянку с майором Виссером. Вы же были там? Я ищу вас с самого утра. Извините. Я готов ответить на любые вопросы. Но позже, если позволите. Сейчас я должен проверить посты. Командо, zurück. Folgen Sie mir. Отставить. Лейтенант. Следуйте за мной, лейтенант. Первый день вы напились как свинья. На второй день вы попали в засаду. А где, собственно, капитан Кёпке? Я все написал в моем рапорте. Мне казалось, что капитану тоже удалось вырваться. Нет. Карл Кёпке в расположении не появлялся. Тихо, как в гробу. Мишаня, это часом тот сарай? Вроде. Тогда где Аник? Расскажите о нападении. Подробно. Минута за минутой. Но, господин капитан, у нас достаточно времени. Я снял вас с дежурства. Но у меня приказ коменданта гарнизона. Я с этим разберусь. Мы ее задержали. Когда она пыталась подавать сигналы. Майор Виссер, я приказал вам находиться под домашним арестом. На нас могут напасть партизаны, а я должен дома сидеть? С чего вы взяли, что она связана с партизанами? Откуда информация? Покажите. Вот. Это все было на ней. Хотела просигналить. И еще. О. Не вижу сходства. Майор Виссер, я вам приказываю немедленно вернуться под арест. Я представляю здесь немецкое командование. И я отвечаю за безопасность этого объекта. Я очень извиняюсь перед господами офицерами, но этот лейтенант, который вышел, где лейтенант Никулеску? Он встречался с этой девкой. Домнул лейтенант, вышел, встречался. Ходка бегут. Вопрос куда? А вдруг артист на нас им стукнул? Тогда бы здесь нас брали. На станцию едут. Что если за ними кинуться? Авось проскочим, а? Так ведь сигнала не было. А будет? Сдается мне, что там где-то что-то не срослось. Ну что, давайте, хлопцы. На раз-два. Вперед. Предъявите пропуск. Пропустить. Три машины. Пропуск на три машины. Мы отстали от колонны. Колесо спустило. Пропуск там. 1 минуту, господин унтер-офицер. Я сейчас позвоню в штаб. Ну что, тараню? Не раздувай кадила, Борик. Начальник караула, ко мне. Проверяющий штаба лейтенант Никулеску. Прошли 3 немецкие машины. Пропуск был только на 3 машины. Это 4-я. Пропуска нет. Это моя вина, капрал. Не успел вам сообщить. Как напутали. Немцы тоже люди, капрал. Я сам проверю документы. Ну и где Аник со своим сигналом? Не смогла. В 3 часа будет следующая смена караула. 3 часа я уже должен быть на станции. Когда следующий развод? В 6. Что же им не спится, пивовод? Поднять шлагбаум. Быстро. Русские прорывают фронт. Да. Машины проследовали. Спасибо. Конец связи. Лейтенант Никулеску. Вы арестованы. Сдайте оружие. Вы знаете эту русскую? Нет. Честное слово, дядь Степан. А с кем ты там встречалась, а? С секретарем каким-нибудь, а? Но русский полицейский говорит, что он видел вас вместе. Вас? Что? И на этом основании я арестован? Господин капитан. Это возмутительно. Сначала меня обвинили в пьянстве, хотя пил немецкий офицер. А теперь этот офицер арестовал меня только потому, что другому пьянице показалось, что он видел меня с этой девкой. Молчать! Я запрещаю вам открывать рот. Где ваш переводчик, черт возьми? Подвал. Начальник контрразведки гарнизона Беляевка. Наконец-то. Вы говорите по-русски? Так точно, господин капитан. Садитесь. Вам что, для разговора со мной требуется переводчик? Нет. Переводчик нам нужен не для вас, а для этой русской. Вас волнует судьба этой девушки? созрела девка. Я все скажу. Прошу, профессор. Концерт окончен. Я полезла на сарай. Хотела его поджечь. Переведите. Sie wollte die Scheune abfackeln. Weshalb wollte sie die Scheune abfackeln? Зачем ты хотела поджечь? Он стоит на краю деревни. Ветер разнес огонь по всей деревне. Die Scheune steht am Rand des Dorfes. Mit dem Wind wäre alles in Flammen. Дайте водички, пожалуйста. Меня никто не поцелал. Меня убили родители, расстреляли. Я хотела отомстить. Niemand hat ihr befohlen. Ihre Eltern wurden erschossen. Sie wollte Rache. Брешет она. Папаша у нее давно посажен, а мамаша врачихой в Севастополе. Sie lügt. Ihre Eltern sind am Leben. Woher kennt sie ihn? Den Leutnant Николеску. Откуда вы знаете лейтенант Николеску? Я не знаю никакого лейтенанта Николеску. Во сволочь прям. Sie kennt Leutnant nicht. Масло я залил, ремень подтянул. Можно пускать. Ну, заводи шарманку. Василь, ну что рация? Яша, я не понял. Мало того, что ты партийный еврей, ты еще и крещеный? Кому мешает той компот? Мишаня, сейчас будет. Я предложила ему молоко, а он отказался покупать. Sie hat ihm Milch vorgeschlagen, aber er wollte nicht. Я его еще раз видела. Он выходил из штаба. Sie hat ihn nochmal gesehen. Er ging aus der Kommandatur. Так значит, вы не знакомы. И она для вас никто. Именно так, господин капитан. Значит, вы не будете против, если я всажу пулю в ее симпатичную головку. Но, господин капитан, я даю вам 10 секунд. Да. Я знаю эту девушку. Да тише ты, слон молдавский. Грега, сейчас спалишь все к ентой маме. Ну шо, Василь, стучи, вода скоро будет. Ну шо, ребятушки, скоро гости будут. Занимайте места согласно купленным билетам. Вода! Давай, Шмель, они вошли, они качают. Вода идет! Вода! Вода идет! Она стояла у дороги. Я приказал водителю остановиться. Я помог ей забраться в кузов и сел вместе с ней. В общем, я воспользовался ею. Потом пригрозил ей пистолетом. Что он там бурует? Сказал, что ее расстреляют, если... Вы же понимаете, война, фронт. Я 2 месяца не видел женщины. На каком языке вы с ней говорили? На румынском. И жестами. Кроме того, я знаю несколько русских слов. Садись, машина... Поехали. Как вы пришли в Беляевка? На машине. Кто был еще с вами? Вот с этим. Она подтверждает. Майор Виссер, я просил выяснить, что он делал на посту. Что вы сидите? Ну шо, тихо пока. Скоро начнется. Из Одессы бьют, что вода не приходит. И шо? Григо рассказал, что они шлюз перекрыли. Надо вот эту шарманку крутануть. Так это мы на раз. О! Олег, подарочек. Halt! Was ist los? Скажи им что-нибудь. Так у меня акцент. Боря. У меня тоже. Hallo! Русские на станции. Хорошо, хлопцы. Жарко становится. Шо, Мишаня? Видишь ту бочку? Но. Запалим, будет завеса дымовая. За дымом попробуем крутануть ту шарманку. А? Ну-ка, дай. Бери повыше. Куда? Давайте в дом. Стой, давай на меня. В дом. Только тебя. Одну тебя. И ничего не жалко. Андрюш, не надо, я с тобой. Уходите через шлюз. Давайте быстрее. А вы с нами? Мы немного погодя. Еще часик здесь продержимся. Надо Одессе дать напиться. Давайте быстрее. плевать. Чтобы я туда. Нет, ну было же чем намазать хлеб на масло, а? Вот фраер гнутый, ну. Говорили ж люди, езжай, Яша, в топсах с инспектором. Сейчас бы я их так аккуратно проинспектировал. С огромным интересом. Перевешивал бы хурмуз инжир. Так нет, Яша за Одессу испугался. А кто за Яшу испугается? Покажи мне этого идиота. Григорь, ты как хочешь, ты иди сам. Я не пойду. Яша, там за стенкой канал. Поднырнем и до Маякова. Это ты поднырнем и до Маякова. Григорчик, я же поднырнем и там останусь. Григорь, только держи меня обома руками, хорошо? Ну что ты скажешь нашей маме? Скажу, что не удержал. Григорчик, кидайся сам, я не могу. Яша, что? Яша, Яша. Пошли. Что, хлопцы, часок у немца уже вырвали? Нам бы пулемет, да пару гранат. Мы тут до зимы засиделись. Василь, они там сдаваться не думают? Не, они пушку на позицию выставляют. Сейчас нас с землей будут сравнивать. Полундра.